канале Планета Алис. Планета Алис. Мы сегодня будем открывать новую игрушку. Да? Мы сейчас покажем какую. Какую? Жди. Сейчас принесу. Да что ты говоришь? Ну это очень хорошо. Вот какая у нас будет сегодня игрушка. Это вот такая вот коробка, в ней аквариум и вот такая русалочка. Мы сейчас это все откроем и посмотрим. Ой, какой красивый, смотри. Вот это да. Чуть аквариум. Аквариум, подожди, давай посмотрим. Давай покажем. Вот здесь, в этой игрушке есть такой красивый аквариум. Вот он там внизу. Вот такой, да. Вот, есть такая русалочка, когда нажимаешь на кнопочку, и вот здесь она вот так вот хвостиком. А вот в аквариуме лампочка, и она светится разными цветами. Красная, синяя, зеленая, красиво. Красиво? Да, все там подсвечено, это такой у нее волшебный мир. Русалочки. Ну что, наливаем воду? Да. На, еще водички. Сейчас мы еще нальем. Нужно еще немножко водички. Водички теплые налили, она запотела. Подожди, она будет плавать. Сейчас мы еще водички побольше нальем, чтобы тебе было удобно. Зеленая водичка. Водичка зеленая. Это не водичка зеленая, это на водичке отражается лампочка. Дай-ка я чуть-чуть пододвину сюда, мы снимем как красиво. Немножко запотела, потому что мы налили теплую воду, чтобы русалочка наша не замерзла. Ну, наливаем еще воды. Ой, Фландер, ты слышал? Какой-то звук. Я знаю, это у Алис новый аквариум. Я пойду посмотрю. Подожди меня здесь, никуда не уходи. Я мигом. Я скоро вернусь. Смотри-ка. О, смотри, она хвостиком. Ты видишь, и плавает, как здорово. Смотри, как здорово. Сама, смотри-ка. Вот это да? Ой, какая красота. Посмотри, она плавает сама во все стороны. Интересно? Ну ничего себе, какая русалка. Чтобы ее вытаскивать, можно вот такую штуку, да. Это специальная волшебная палочка, и можно ей вот так вот. Вот так вот. Оказывается, эта русалочка. Подожди. О, как здорово. Оказывается, эта русалочка начинает махать хвостиком, когда ее бросаешь в воду. И так она плавает сама в разные стороны. Сейчас, мы, подожди, выловим ее. Опа! Держи. Вот. Давай посмотрим в темноте, как будет красиво светиться. Давай? Давай, выключаем. Ух ты! Подожди, Алис, не вытаскивай ее. Давай посмотрим, как она в темноте красиво плавает. Очень красиво. Ладно, включаем свет. Так очень плохо видно, потому что... Красота. Вот это да, можно так, а можно так. Смотри, как здорово она плавает, да? Вот это русалка, вот это красота. Смотри, она купается, ей очень нравится, видимо, водички вот так плюхаться, а? Ну, ничего себе, ну все, Алис вся там. Любимые игры Алис это с водой. И таких русалочек есть очень много. Их можно купить всяких разных, и они будут там вместе все плавать. Как настоящие русалки. А, получается достать с палочкой, с волшебной? Нет. Не очень получается. Ну, что? Нужно немножко приноровиться. Оп. И вытащить, видишь, с палочкой, с волшебной, с такой. Ну вот, плавает русалка. Одной ручкой. Давай я тебе покажу.
Одной ручкой ты вытаскиваешь вот так вот, а другой рукой нужно брать. Вот. И запускай опять. Ты ее опусти вниз и посмотрим, как она поднимется. Смотри. Смотри, она сама поднимается. Опа! Ну что же она так долго? А вдруг с ней что-то случилось? Может, опалить. Красиво так плавает, да? Такой смока. Да, держи. Вот так, выловила. Молодец. Ура, выловила. Еще я пускаю. Вот, видишь, как хорошо у тебя уже получается ее доставать. Нравится ей плавать там, да, в водичке, русалочки. Опа! Оп, поднялась, смотри-ка. Осторожненько ее вылавливай, тут ей больно сделаешь, потихонечку. Вот, молодец. Получилось. Тебе понравилась, Алис, русалочка такая? Да. Понравилось? Мы еще таких купим, да? Да. Два будет. Два будет? Или три? Три. Два или три? И сколько? Четыре можно. Нет. Хорошо. Извини, Алис, но мне пора. Меня там ждет мой друг Фландер. Пока-пока. Пока, русалочка. Да я тебя не палить. Ну вот видишь, глупый, все со мной в порядке. Ну не дуйся, иди сюда. Улыбнись, скажи всем пока.